ехали в город Миас. Всем привет отсюда. Тут что-то гайцы уже стоят с мигалками. Тормозят кого-то. Вернее, уже тормознули на Патриоте. Оформляют. Ну да ладно. Слушайте, а город-то как будто тоже в какой-то дымке, что ли? Ну, либо раз сегодня штиль, видимо, все вот так будет выглядеть. У меня, кстати, тоже довольно-таки крупное производство. Но оно расположено в другом месте. Ну, в более таком удачном. И город, получается, не загрязняется так. Не затягивается дымом. Так, ну по городу Миас мы проедем совсем маленько. Сейчас вот нам уже поворот будет скоро, да? А, смотрите. Яндекс меня туда отправляет. Этот, видимо, через Миас идет. А, интересно. Не, поедем по Яндексу. Про Миас у меня, по-моему, на канале есть уже ролик. Либо на этом, либо на предыдущем. Но если, ну, я посмотрю, если нету, то сюда тоже сгоняем еще. Город довольно-таки интересный. Такой длинный, вытянутый, как сосиска вдоль хребта горного. Едем, кстати, в сторону горнолыжного курорта Солнечная долина. Такие интересные домики. Новый райончик. Частный сектор. Так, мне, кстати, надо будет аптеку. Ну или на обратном пути. Хлоргексидина купить. Ребята, я тут подумал. Почему бы через Златоуст не проехать, да? Ой, Миас. Поедем через него. А обратно уже... Обратно можем, как Яндекс говорит. Уступим сетигиду. Посмотрим город, мимо промышленности проедем. Может, аптеку где-то по пути замечу. Вот. В принципе-то ничего не теряем, да? Обратно наоборот, типа быстрее. Если я выберу этой дорогой, то быстрее будет мне вот как раз по объездной, не через город. А сейчас пока туда едем, как бы не торопимся. Хотя у меня еще мысли есть вообще через Кусу поехать, через Таганай проехать. Но там, блин, район Нязопетровска, там плохая очень дорога. И я, наверное, буду ехать там часа 4. Прям до самой темноты. Ну, не знаю, время есть подумать. Посмотрим, как сырастание там, как запускаю Мавика. Как мы проедемся, как все там закончу. Ну и смотря, сколько времени будет. Если времени нормально будет, то поедем там. Если нет, то поедем здесь снова. Ну, либо можно по М5 рвануть через трассу. На 100 километров, конечно, больше, но мне кажется, там быстрее, потому что ты с постоянной скоростью 90-100 едешь. Да. Сейчас мы из одной части города будем въезжать в другую. Слева у нас часть промышленности, ну, которую мы не застанем, она за лесом. Ну, там спереди часть промышленности тоже застанем в любом случае. Так, заправка БНП 92-40-30, 95-40-30-75. Езжаем во вторую половину города Миас. Встречают нас автоцентры. Дилерские Рено, Шкода, Ниссан, Опель. Раньше был, хотя вроде вернулся, да, Джили. Так, ну... Сегодня я не планирую китайцев смотреть там или какие-то машины. На следующие выходные планирую. Все равно поеду в субботу в дилерский центр по гарантии менять шланг. А, кстати, я же не сказал, да, мне по гарантии не поменяли, потому что дилерский центр закрылся на ремонт. Мне позвонили, сказали, что запись отменяется. И я такой, ну круто. В принципе, нормально. Я тогда смог полечиться в воскресенье нормально. Никуда не ездил, дома просидел с лекарствами. Так что как бы... Все, что не делается, все к лучшему, как говорится. Ну, в эту субботу, я думаю, себя уже хорошо буду чувствовать, поэтому за одним торговой в этот дилерский центр съездим. Потом съезжу к китайцам еще, посмотрю, что за тачки. Тигуил этот новый, может, там где-то есть. Джили. Интересно очень. Но он, правда, уже подороже идет, чем даже этот Кулрей. Он, по-моему, в районе цены Атласа, если не дороже. Как я сказал, в Миасе довольно-таки много производства. Тут, кстати, есть и государственной важности.
ракеты кое-какие производят. Какие, я сам не знаю, поэтому не скажу. Ну и машины Урал. Угу, делают. Ну, вы сами понимаете, если производят автомобили Урал, соответственно, тут целая сеть заводов должна быть. Потому что, ну, автостроение довольно-таки емкое. Емкие предприятия. Емкое производство. Справа, кстати, как раз проезжаем. Завод Урал. Автомобильный завод. И вот сейчас будет длиться вот до самой там трубы. А там у них уже здание управления, я так понимаю. Площадь города. Так, проезжаем площадь. Проезжаем с завода управления Урала. Вот так она выглядит. Ну, еще немножко по городу проедем. Там вот машинка стоит, памятник машинки. Так, и поедем прямо. Направо показано. Поедем чуть прямо. Дворец автомобилестроения Терей. Блин, вода у меня улетает, опять улетела. Ботинки еще с собой взял зачем-то. Ну, вернее, я их не выгрузил тогда от Вовки. Пускай ездит греется. Сам-то я сегодня тепло оделся. Зимние ботинки, пуговичок. Все как подобает. Блин, да откуда тут столько полицейских? Не было же. Или было? Ну, я вот не помню, по крайней мере. Так, где мне поворачивать? Ой, мне надо было сейчас поворачивать. Сейчас можно на любой улице. На следующий повернем. Угу. Да, что-то я как-то промахнулся. Чуть-чуть надо будет возвратиться. Ну, совсем маленько. Я так понимаю, там на мост мы должны уйти. По знаку на Солнечную долину едем. Ну да. Они же получаются как раз в одной стороне. На бензин. Башнефть. 92-40-60, 95-44-05. Хотя не знаю, почему навигатор здесь повели. Хотя, наверное, правильно. Я-то думал дальше ехать. Но, видимо, тут еще дорога есть. Че они тут поворачивают, что ли? Сумбур какой-то создался. Так, бутылку надо убрать, тут лучше сбрякать. Река Миас. Угу. А, аптеку же ищу. Точно. Ой, в Миасе. Так, в горку в какую-то поднимаемся. Коттеджики справа. Пятерочка. Пятерочка нам не нужна. Так, куда мы? Налево. Слушайте, я тут ни разу не ездил. Куда мы? Направо. Интересно. Блин, ботинок чьи-то валяется. Галош. Что-то новенькое. Ну ладно. Тем интереснее. Остановился поглядеть. Какое-то производство, добыча. Все белое. Думал, сначала издалека снег, но нет. Что-то добывают. Мапия. В общем, это карьер Тургаяского рудоуправления. Там вот так вот. Руду добывают. Вот, собственно, и сам Тургаяское радиоуправление. Ой, рудоуправление. А вот машинки в очереди стоят. Заезжай туда карьер. Тут, кстати, очень пыльно. Видимо, из-за этого всего прям все белое-белое. Поэтому едем дальше. Не будем здесь останавливаться. Ой, а тут еще какие-то насыпи. Вообще круто. Тут по камешкам-то можно так нехило полазить. Ну ладно, я уж не буду. Хотя хочется. Чик-чик-чик-чик. Класс. Не выдержал, я остановился здесь.
зафоткать автомобильчик. Такой кадр тоже неплохой. Столбик. Столбик, правда, мешает. Ну ладно. Налево у нас озеро. Кошкуль. Санаторий профилакторий. Кошкуль. Налево это обсуда. Прямо у нас тут сейчас будем проезжать какой-то мусороперерабатывающий завод. Да ладно, что, хоть один такой существует, что ли? Интересно. Я думал, у нас все в стране сжигают, еще пока ни одного перерабатывающего нет. Но, видимо, есть. Сейчас мы его увидим. Вот он точно. Ну, как-то выглядит-то он, не сказать, что прям что-то современное. Эко-сервис. Ну фиг знает, ладно. Вникать не будем, едем дальше. Куда-то в горку забрались. Дорога здесь ухудшилась. Слева что-то заборчиком у нас огорожено. Только я не пойму, что. И навигатор, по-моему, не показывает. Сейчас посмотрим. Да, не показывает. Ну да ладно. Едем дальше. Забирались в горку, теперь съезжаем вниз. Дорога вообще, кстати, пустынная. Что-то я там видел, ну ладно. На навигаторе было написано какой-то серебряный ручей или что-то такое, ну увидим. В общем, интересно всегда новой дорогой ехать. Прям кайф. Настроение улучшается. Ну вернее, она уже классная была, как только я выехал. А нет, вот машинки ездят. Ну, получается, эта дорога на Солнечную долину. Но там еще, наверное, снега нет. А может и есть. Ну, короче, посмотрим. Может увидим что-нибудь, может нет. Ой, солнышко классно греет. Кайф. Давай, Айден, хавай витамин D. Хавай, 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 запасайся. Правда, я не знаю, через стекло он вырабатывается, нет, способствует. Так, налево главная дорога. Смотрите, налево. Нижний Атлян, прямо горнолыжный курорт. Ага, Солнечная долина и Сырстан прямо. Мы едем прямо. Ну ладно. Рыбокоп. Что за рыбокоп? Офигеть, клюет железно. Нормально. Домики. Смотрите, какая гора. Красивая. Я так понимаю, там и есть Солнечная долина. Угу. Чуть-чуть снега есть в виде ступенек. Мельница. Да, направо горнолыжный курорт Солнечная долина. Добро пожаловать. Ну, мы повернем чисто сфоткать, запечатлить. И все, туда. Смотрите-ка, асфальт. Классно. И народ туда едет. Интересно. А давайте доедем, посмотрим. Все, ну, как бы по пути же, что бы и не посмотреть. Я думаю, тут недалеко ехать. Притом дорога такая хорошая. Корпуса довольно-таки крупные, так он строится. Там коттеджные домики, везде он есть. В общем, место очень красивое, классное. Трассы, по-моему, с двух сторон. Гор, и с этой, и с другой. В общем, место вообще шикарное. Но сюда надо уже зимой ехать, когда будет снег. Тогда будет вообще классно. Ну и машинка на фоне, конечно, смотрится вообще огонь. Солнечная долина, когда-нибудь мы увидимся с тобой. Блин, песня запела, ну красиво. Ну, народ сюда едет. То есть сейчас уже, видимо, отдыхают. Или это рабочие. Да не, я думаю, на отдых. Ну, круто. Вот сверлачане едут. По-любому на отдых. А Сырстан. Кстати, я сначала думал, сыр от слова сырой. Здесь сырать его постоянно, но нет. Переводится Сырстан, желтый лагерь. Ну, откуда-то, видимо, древнее начало этого названия, явно. Подъезжаем к Сырстану, и тут вид просто бомбический. Просто классный. Слева гора такая лесная, волосатая. Справа гора такая полулысая, без деревьев практически. И
там на горе сзади, когда я заезжал, я видел, что спереди церковь. У него прям купола такие золотые, прям блестят, солнце отражают. Прям классно. Вот бы туда заехать, а. Слушайте, туда дорога есть. Офигеть, ну туда фиг заедешь. На Весте-то точно не заедешь. Да, привет, Сарастан. Да не, я туда пешком только если идти. Блин, ну больному человеку туда сейчас не хочется. Хотя, блин, нет, хочется. Но, наверное, не может. Не будем рисковать здоровьем. Надо лечиться нормально. Итак, привет, Сарастан. Я вас приветствую. Надо где-то найти место, чтобы запустить дрона. Угу. Чтобы повыше его прям так запустить. Чтобы было круто. И потом с дрона, наверное, я отдельный ролик сюда вставлю. Ну, не сюда, имеется в виду, а в Ютубе выложу. Полюбуйтесь на эту красоту. Чисто под музычку. О-о-о. Дорога, конечно, тут испорчена. Так, ну, населенный пункт-то не очень большой, да, я так понимаю. Сейчас его проедем, посмотрим. Изучим, куда тут можно ехать. И приму решение, откуда запускать. Конечно, красиво он расположен. Прям-таки классно. По сути, мне бы куда-нибудь на горку забраться. С дроном. Туда запустить было бы самое лучшее. Так, ну ладно, сейчас проедем, посмотрим, где-то что есть. Заездик бы был, было бы классно. Так, он показывает мне налево центра, ну да ладно, тут уже не важно. Поедем по главной. Ух ты, тут дорога-то огонь. Стоянку бы где-нибудь найти, я бы хотя бы, ну вот на эту гору я бы поднялся, чтобы оттуда запустить. Это как бы, эх, недалеко. Ну, что-то я не вижу места, где машину можно поставить. На самой дороге прям неохота ее кидать. Хм. Направо куда-то будет дорога лесная. Можно остановиться, посмотреть, куда она ведет. Может, на горку какую-нибудь. Хотя церковь называется Крестово-Воздвиженская церковь. Блин, тут знаете, в чем беда? Тут у меня интернета нет на МТС. Кое. Я хотел найти, может, какую-нибудь смотровую площадку. Блин, в такой дымке все. Дым прям стелется. Так. Ну, собачки маленькие на дороге. Так, ну я думаю, все равно найдем сейчас место, где запустить. Не беда. Горнолыжный курорт налево. Не, нам не нужен. Так, мы поехали, я не знаю, на улицу Ленина направо. Там, конечно, горки классные. Магазинчики. Собачка, как лиса какая-то. Держа. Нашел я интернет, но смотровой площадки здесь я не нашел. Здесь ее типа нет. Поэтому надо где-то там встать, наверное, и на горку забраться. С рюкзачком и запустить оттуда нашего дрона. Другого варианта не вижу. Ну да, я думаю, это единственный вариант. Надо вернуться. Вон где церковь, слева горка, туда забраться. Она небольшая. В принципе, поднимусь туда спокойно. Только найти, где машину поставить. Потому что туда прямо, мне кажется, нет смысла. Там деревья. Запускать не очень будет. А вот Лысая гора. Это классно. Ну, для запуска имеется в виду. Так, что мы здесь проехать можем? Ну, давайте здесь проедем. Блин, конечно, на ту гору забраться, если то, это вообще же кардос. Но нет. Когда здоровый буду. Ну, вернее, не болел бы, забрался. Площадка. Эй, собака, пропусти. Такой пес перегородил дорогу.
Блин, где тут встать-то? Возле церкви посмотреть место. Что ли? Вот это вот стоянка, нет? Да, стоянка, отлично. Ну что, берем дрона и поперли. Где-нибудь сейчас найдем место, запустим. Правда, против солнца получится, ну ладно. Пес выглядывал, голова. Блин, ну сюда дорога есть. Мог заехать. Ребята, кладбище. Слева перегорожено все. Туда не пройти. Заборы. Странно как-то все это. Откуда мне маяк запустить? Там дорога в лес пошла. В принципе, оттуда можно. Вот там, тут столбы с проводами. Короче, возвращаюсь, надо другое место искать. Вот так вот сбоку выглядит церковь. Блин, что тут столько проводов-то? Вот оттуда бы запустить, было бы идеально. Тогда бы не против солнца снимал. Короче, надо туда сейчас дорогу найти. В поисках места запуска. Чтобы солнце не слепило. Нашел вроде дорожку, посмотрим. Ну, в любом случае, там где-то запущу. Там вроде домов немного, надеюсь, не будет столбов с проводами. Это главная помеха дрону. Так-то я смотрю, деревня газифицирована полностью. Дорог только нет. Я думаю, это не страшно. Кстати, тут вид хороший открывается. С этой горы. Так-то вот пустырь есть, можно машинку даже поставить. Ну все, отсюда их запускаем. Сейчас где-нибудь припаркуюсь только. Оп, глубоко не поеду. Оп, отличненько. Вот такая тут, ребята, красота. Сейчас дрон отсюда запустил. Прямо огонь. Единственное, почему-то, блин, опять то ли провода, то ли что, связь с ним теряется. Ну, короче, косяк, видимо. Либо с пультом, либо с приемом, потому что у Зины, например, такой проблемы нет. Но у Зимы хуже качество съемки. В общем, надо что-то придумывать для усиления сигнала. Ребята, поехал я дальше, через какой-то хребет до Златоуста. А там дальше посмотрю по времени, либо через Таганай рвану на Кусу и на город. Но там очень плохая дорога, там лучше зимой, наверное, ездить с нашими колесами. Либо где Златоуст, сверну уже в сторону Мяснежинска и поеду. Либо на М5 выйду. Ну, короче, решу по факту. Погнали. Впереди будем проезжать какой-то населенный пункт Хребет. Да-да, так и называется. Посмотрим, может там реально тоже как-то интересно. Горный хребет, либо еще что-то. Выехали на асфальтированную дорогу. Ну и двигаемся в сторону Златоуста. Кстати, эта дорога тоже для меня не знакома. Впервые езжу. Красиво тут, прям заглядение. Дрона поставил на зарядку, хотя есть второй аккумулятор. Вдруг где еще буду запускать. Так, время что у нас? 12:32. Сырастан, пока-пока. Блин, дорога тут, конечно, не очень. Ну, как бы дыры. Все. И трасса-то не федеральная. О, кстати, надо горло брызнуть. И, кстати, блин, я же аптеку не нашел. Ну, сейчас там на везде Златоуст. Тут я не видел срастания аптеки, хотя, наверное, должно быть. Ну и ладно. Так, прямо у нас хребет, направо Златоуст. То есть через хребет не проехать, да, получается. Ну, я посмотрел по карте. Довольно-таки маленький населенный пункт. Ну, прям очень. Поэтому даже не знаю, ехать туда, не ехать. Ну, всего 1 километр. Ну, давайте для общего развития заедем. Ну, и до Златоуста 10 километров здесь. Почему хребет-то интересно? Где хребет? Не вижу пока. Проедем, посмотрим. Вот, может, слева хребет. Дорога тут, конечно, уже.
Ужасная, ужасная. Но ехать можно. Эх, солнце чуть ниже было бы. А, ну вот, асфальт заканчивается нормально. Поселок Хребет основан в 1890 году. Добро пожаловать. Кстати, Сырыстан 1860 каком-то, что ли, году. Я уже забыл. Ну, короче, 1000 человек там населения. Всего там. Я в Википедии почитал перед выездом. Так, ну давайте здесь появляем. И успешно забыл, короче. А интернета здесь что-то нету. Что-то тут нечего смотреть, мне кажется. Только ползать по плохой дороге. О, нет, ладно, дальше не поеду, что-то дорога мне тут вообще никак не нравится. В общем, разворот. Тут, короче, есть железнодорожная станция у них. Это гаражи деревянные. Тут даже буксую по грязи. Вон хребет слева, походу. Но из-за этого, наверное, называется хребет. Все, погнали в сторону Златоуста. Пока. Вряд ли больше я к тебе заеду. Златоуст, проезжаем Хребтовский пруд. Справа. А прудик-то ничего. Симпатичный, небольшой. Что-то машинки стоят тут возле мостика. Река Уржумка. Рыбачишь, что ли? Железнодорожный мост. А где река-то? А, вон точно. Люди стояли. Ну, я так и не понял, рыбачили. Нет, но речка-то маленькая, конечно. Так, был знак, подъем в гору. Правда, процент не указан. Но я чувствую, что машинки... Машинка напряглась. 13 расход на 4 при 70. А прямо у нас какой-то красивый хребет. Прям очень интересно. Сейчас мы выйдем там на какую-то дорогу, видимо, ведущую к Златоусту. От Миаса. Это мы видим Александровская сопка. Прочитал на Яндекс.Навигаторе. Я бы еще где-нибудь здесь дрона бы запустила напоследок и все. Чтобы вторую батарейку израсходовать. Ой, блин. Такая железная дорога тут резко появляется. Неплохо. Ну, двигатель попер. Тут, кстати, начало Златоуста красивое. Вот когда заезжаешь в него. Поэтому, может, и стоит даже заехать. А сопка, блин, я даже не знаю, где тут к ней поворот. Либо, вот они, люди стоят. К сопке. Туда, видимо, пешком. Интересно. Девки пляшут. И что тут? Идти-то далеко нет? Вроде как нет. Ну да ладно. О, блин. Короче, надо здоровым сюда ехать. Сопку эту посетить обязательно. Так, вид-то там сейчас будет классный, только я не помню, а есть ли где там остановиться, чтобы дрон-то запустить. Вот это вот вопрос. Ладно, проверим, что уже начинает закладывать и раскладывать. Уже горки начались. Так, какая-то семибратка справа. Интересно, туда можно как-то подъехать? А, там машины стоят. Интересно. Там типа запустить можно будет дрона и увидеть красивые виды. Ой, сейчас посмотрим. Пока в город ползем, но как бы скользко. Тут, видимо, люди паркуются и через лес идут. Если я не ошибаюсь. Таганай. Таганай. Ну давайте проедем дальше, посмотрим. И тут, конечно, дорога. Вокруг садов, я так понимаю. А, тут это
семь братьев, или как там гора, она справа. И вон люди туда ходят, видимо, на гору. Так, надо где-то припарковаться. Так-то я бы здесь его запустил бы. Блин, тут надо какую-то взлетную площадку ему. Ибо тут камни. С коробки, если только запустить. Все свои дела сделал. На Златоуст я посмотрел сверху. Потом я обработаю отдельно видео на канал. Выложу. Ну, вместе, наверное, с Иростаном. Да и все. Под музычку. Посмотрим, что получится. Связь почему-то теряется, какие-то помехи. Что за каналы с помехами? Почти все. Я выбрал с наименьшими, вроде как более-менее начал. А на автоматическом канале вообще лететь не хотел. Ну ладно. Надеюсь, там все получилось. Все, погнали. Еще дороги обратно, то я решил этой же дорогой поехать, которую ехал. Тоже поснимаю, в принципе, в другую сторону ехать. Это новые кадры будут. Через Таганай решил не ехать, ну, ибо долго, время... Час 11, там я посмотрел часов 5-6 на дорогу, то есть я приеду к темноте и, не дай бог, в темноту еще на плохой дороге попаду. Не, спасибо, не хочется, поэтому в следующий раз туда надо пораньше ехать. И желательно зимой, потому что мы там зимой ездили, еще более-менее дорога. Летом, ну как бы осенью, пока снегом не завалено, там капец дыра на дыре. Таганай, Таганай. Уезжаем в сторону дома. Нормально, то есть 3.31 доберемся, то это круто. Но я, правда, еще день, может, квадрик запущу. Погнали. Мне же, как всегда, еще один ролик хочется параллельно запилить. Достал камеру, подумал такой сценарий, что сейчас буду дорогу снимать, высовывать ее, потом соединю вместе с этими, с полетами, получится вроде как все логично. Еду, взлетаю, там снимаю, опять еду. Высунул камеру и понял, что рука нафиг замерзать стала, хотя 9 градусов уже. И в машину как начало задувать. Короче, думаю, ладно. Не-не-не. Здоровьем рисковать не буду. В следующий раз, блин. Но сценарий хороший получился. В голове. Вот на Александрийскую сопку надо по-любому, блин, приехать и забраться. Там квадрик можно запустить вообще, наверное, суперски. Да чё, я, конечно же, видел видео уже в интернете. Там прям круто. Так, ну, сейчас проезжали дорогу направо, мы оттуда приехали. Мы едем прямо. Ролик на две части, наверное, будет разделен, если не на три. Потому что наснимал я, похоже, много. Ну, блин, интересно, хочется прям все снимать. Приедем в город, замерим масло, в принципе. 924 километра уже. Плюс еще, что там у нас, 150 километров пробавится, будет больше тысячи. Оп, стоп, стоп. Дорога здесь классная, конечно. Вниз-сверх, веселая. Зимой, кстати, тут временами фуры не могут забраться. Скользят, если не посыпано. По-моему, в том году, да, в том году мы ездили в Зюраткуль. Тут камазики бедные стояли, мучились. Капец. Ну, погода такая была, скользкая. Кстати, по расходу у меня что там? 7,3. Ну, 7,3, потому что... Так-то я сегодня вообще экономно ехал. И обратно поеду. Но 7,3 это из-за того, что вот я когда с Вовкой мы ездили в Челябинск на проверку качества. Я же там обратно ехал из Челябинска в Ёбур, 140-150 наваливал. Кстати, ребята, я там еще сказал тогда, посмотрим, сколько бензина сожрет. И вот смотрите, наваливал. И как я сказал, что буду наваливать, бензин она не съест, поди. Буду экономично ехать, начнет жрать. Но вот... Первое уже подтвердилось мое высказывание. 140-150, и она нифига не села. Ладно, сегодня едем мы экономично, тоже прилично наедем, 300 с лишним. Проверим потом. И, конечно, классно вообще съезжать, когда газ вообще не нажимаешь. У меня нога на тормозе легонечко лежит. Расход 0. И мчишься вниз со скоростью 90 км в час. Машина еще при том набирает потихоньку. Ну и повороты здесь такие плавные. Затяжные, с уклонами нормальными. Круто. Но перед этим, конечно, забираешься в гору. Одно на другое, и экономии как таковой-то и нет уже. Ну и ладно. Все равно классно. Блин, тема. Всегда бы так ездить. С нулевым расходом. Вот и горочки, конец.
Кто экономил, тот молодец. Река Малый Сыростан. О, не знал, что еще Малый Сыростан есть. И тот как бы не очень большой оказался. Так, а сейчас мы пойдем в подъем. Действительно. Ну ладно. Поэкономили, теперь потратим. Тут уже, смотрите, 6 градусов в низинке. Удивляет. Или уже не удивляет. Смотрите, на пятой скорости 80. Расход 12, там 13. И АМТ-то не переключает на четвертую. В принципе, детонации никаких нет. А, вот. Переключился, видимо, это. Уклон. Наклон увеличился. Ну, то есть машина на пятой даже забирается, в принципе. Вообще тяги хватает двигателя. Не проблема. Ну, я один, конечно, еду. Багажник пустой. Но все же. Так интересно, сейчас на карте гляну. Между двух озер мы едем. И оба озера называются Медвежье. Сейчас сфокусируется. Видите, что слева, что справа. Странно. Ну ладно, и такое бывает. Кстати, база отдыха Медвежье. То есть машинки слева выезжают. Мысы. А, вон справа, кстати, озеро вижу. Ну, маленькая она. База отдыха. Стал мечтать о пельмешках с хреновиной. Видимо, проголодался. Время 1:30. Ну, я только завтракал. Жемчужина Урала там. Мяс. Снова мяс.